Музыка в музее вновь звучит. Сегодня здесь проходят не только выставки. Это универсальное пространство для творчества талантливых людей, которые хотят и могут подарить ценителю разного искусства настроение и яркие эмоции. Для Щелковского историка художественного музея проведение таких вечеров уже традиция. Вот и в преддверии Международного дня музыки в стенах учреждения культуры прозвучали шедевры мировой классики и современные произведения в исполнении студентов и преподавателей Московского областного колледжа имени Прокофьева. Духовые в такой камерной и уютной обстановке звучали по-особенному проникновенно, что не могли не заметить и зрители. Артистов публика встречала с теплом и овациями. Для культурной жизни города такие вечера очень важны. Концерт, несомненно, пополнил коллекцию ярких музыкальных событий этой осени. Анна Балиет, Александр Оржевский, Щелковское телевидение.